отдельный кооператив или там потребительское общество, и потом вступать. Если общество само по себе, оно работает, завод. То есть здесь задача какая? Да. У нас есть наши проблемы, мы их решаем. Только не каждый сам по себе, а вместе, именно совместно, каждый вкладывает на своих там каких-то, ну, что-то, что ему было бы интересно. И еще один вопрос. Вот в советское время вы потребительская кооперация, вы как-то с ними сотрудничаете? Конечно, вы их преемники. Вы же не видите, вот. Вот самый главный потребительский кооператор Российской Федерации. Нет, Центросоюз не присутствует. Пока Центросоюз не присутствует. Но на самом деле это не имеет значения. Мы в данной ситуации уходим от понятия того, какие есть просто в каком-то отдельном союзе. Мы хотим вести учет, как он должен вестись. Без того, что, допустим, там кто-то придумал какую-то идею, он все так работает. Нет, ну просто действительно, сейчас статистика такая очень простая. 86 тысяч организаций потребительской кооперации ПО. А можно вас и учета? Я просто пришел. Да, можно. Авдеев я... Алексей Юрьевич. Авдеев, да? Да. Рахинкул, Рустам. Рашидович. Рашидович. Ну вот. Рустам, а больше ничего показывать не будете? Мысли понравилось? Нет, просто хотелось еще посмотреть. И тогда я в декабре помню. Просто есть там это еще или нет? У нас на сегодняшнюю вот конференцию, вот у нас основная задача как бы немножко другая. Если вас там что-то интересует, я могу потом, как я уже говорил, можно сделать отдельно. Есть основной вопрос в другом. Есть идея, о которой мы говорили. Сделать какую-то презентацию, это не есть вопрос. Это опять-таки сейчас лезем в технические моменты, которые кому-то интересны, кому-то нет. Если ты бухгалтера и управленцы, не все понимают до конца в деталях, о чем мы идем. Идет речь. Если кого-то есть уже конкретно, у нас начинается обучение, приходите, и мы вас там учим, как этим всем пользоваться. Заодно смотрите всю эту логику, систему и так далее. Вот. Но на презентации мы это делаем один. Здесь мы рассказываем просто основных идеях, как бы, вещей. Потому что делать нормальную презентацию, мне надо убирать всех, кстати, бухгалтеров и с ними проходиться, понимаете? Бухгалтера завтра, значит, просто учебу, да. И восстановление, а точнее формирование. Ну, сегодня мы начнем как бы первую базовую презентацию, да, и завтрашнего дня они начинают учиться уже детально. На эту презентацию можно? Да, конечно. Даете все, кто хочет, можно всем, кто e-mail оставит контактные данные, всем вышлем. Не вопрос. Мало того, там есть еще целый блок по дополнительным модулям, то тоже сможете посмотреть. Да. На какую вы выберете? Конечно, это обыкновенная, да. Вы можете любую выбрать, даже с НДС можете. Вам никто не мешает. Общая система, с вами, да, никто вам не мешает. А еще, а подписи тоже делаете, правильно? Вопрос электронных подписей – это отдельный вопрос, который надо будет отдельно обсуждать. Электронные подписи сами по себе, как вот именно юридически, мы не делаем. Есть специальные органы, которые этим занимаются. Подключение их и в 1С, в учете, у вас может быть другая проблема. Вам необходимо каким-то образом идентифицировать человека, который это подписал. Но это не проблема электронной подписи. Здесь есть несколько способов решения этой проблемы. Но я скажу честно, большинство обществ, это там вопрос немножко в другом. Там не вопрос в 1С, вам надо подписывать юридические документы, а это другая задача. Вот отдельно электронная подпись, это у нас сегодня присутствует очень хороший человек, наш друг большой, да. И мы сегодня, вот все вопросы юридические и так далее, вы можете будете поднять, и мы именно технически на эту тему можем поговорить. Мы специально пригласили, потому что есть куча вопросов. Именно, знаете так, у меня есть такой вопрос. Если у вас есть вопросы... Поляков Игорь Игоревич. Да, Поляков Игорь Игоревич. Если у вас есть вопросы по, скажем так, по вот этой нашей идее РПУ софта, то давайте вы их задавайте сейчас. А если предложение есть? Ну, вы скажите предложение. Да, пожалуйста. Давайте. Я представляю внебюджетный социально-экономический проект «Агросфера. Возрождение малых городов и сельских территорий. Руками молодежи и старшего поколения возрождаем страну». Вот я, видите, жалуете, 25 лет... Извините, пожалуйста, мы не рассматриваем презентацию организации. Нет, если у вас есть вопрос, вы его просто задаете. Я просто сказал, потому что мы совместно можем работать просто. Замечательно. Все, в кулуарах за чаепитием можете пообщаться со всеми. Нет, мне хотелось бы сайт, чтобы увидели все, просто как бы
Еще раз, у нас сейчас будет перерывчик, пожалуйста, можете пообщаться со всеми. Хорошо, то есть по софту вопросов нет. Тогда у меня такое, значит, предложение. Смотрите, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на 10-15 минут. Потому что я думаю, что мы немножко вас утомили уже чуть-чуть. Можно пойти вон, попить кофе, чай, там, поесть печеньки. Через 15 минут тогда давайте сейчас вот у нас 25 минут, чтобы мы не опаздывали. Без 20 мы начинаем наш круглый стол, который мы обещали. А круглый стол где? Здесь же. У меня он есть. Мой, такой название. У меня есть мой список вопросов по учёту, которые я хочу, чтобы мы обсудили. У меня одна просьба большая. Значит, смотрите. Поднимите люди, которые у нас идут на обучение. Кто у нас идет на обучение? Я вас очень прошу, пожалуйста, вон сейчас. А где Юлия? Юлия вышла. Ну, сейчас я Юлию верну. Подойдите, пожалуйста, еще раз. Во-первых, зарегистрируйтесь именно по обучению, чтобы мы посмотрели, что у нас там выходит, чтобы мы там запускали там и так далее. И второй вопрос, то там, кто не оплачивал еще деньги по обучению, пожалуйста, обязательно оплатите. Хорошо сейчас? Пока у вас будет там минут 15-20, спокойно все успеете сделать. Все, через 15 минут ждем тогда всех на круглый стол. Хорошо, давайте через 20, без 15, без 15-20.